АЭС находится, как по готовности у нас? Ну, если говорить про этапность, этапов у нас еще много впереди. Сейчас я вам скажу главное. Сейчас 79 имитаторов ТВС уже загружены в активную зону. Вот сзади меня, видите, это уже чехол пустой. На улице, когда мы сюда поднимались, там стоит полный чехол. В каждом из них по 27 примерно изделий. И вот, скажем так, половина из 163 изделий, можно так считать, уже находится на штатном месте. Это очень важный этап подготовки к испытаниям реактора на опрессовку, на гидравлику, определение расходно-напорных характеристик и так далее. После того, как мы все это закончим, мы планируем, как вы хорошо знаете, ноябрь-декабрь загрузка уже штатного топлива. То есть мы сейчас делаем такой уверенный шаг к физическому? Да, да, да. Это точная копия, вы, наверное, уже вам говорили, что это точная копия. Кассет, в них только нет урана. И все. А так они полностью геометрически, механически полностью соответствуют тому топливу, которое будет загружено. Но испытания, пробный пуск насосов мы должны делать вот в таком щадящем режиме, не на живом топливе, а вот на имитаторах. После того, как загрузим, что дальше ждет? Дальше, я сказал уже, будет гидропрессовка, потом этап холодно-горячей обкатки, это уже осенью. И после холодно-горячей обкатки, ревизии оборудования, мы будем уже загружать. Привезем первую кассету, это будет началом программы, исполнения программы физического пуска. Завоз первой кассеты. Спасибо. Мы вас обязательно пригласим на это событие. Но выглядеть оно будет примерно вот так же. То есть вы сейчас уже практически визуальный ряд можете себе составить. У нас тоже репетиция. Репетируйте. Спасибо большое. Пожалуйста.